Так, друзья, ну тут серьезные участники, мы уже думали, все сдались. Шевроле Нива, кто быстрее застрянет? О, не, ну. Кто дальше заедет, точнее. Митсубиши лучше Нивы, короче. Выиграл лучше. Да, Паджерик идет уверенно, видите, лебедочка. Ну, правая сторона чуть полегче получается, наверное. Нива только цепляются, хватит ли тех кустов, непонятно. Лайт продолжает. Смотрите, какой аппарат в лайте. Серьезный. Ушел в отрыв. Что это, он FJ порвал? Что там произошло? Да, непонятно, что-то с FJ-ем случилось. Так, Паджерик, красавчик, проехал и поехал. Молодец. Все, на финиш. Молодцы, поборолись, красавцы. Нет ничего невозможного. Так, ну что-то там, то ли кусты слабые, что-то не сильно идет пока. FJ просто застрял, друзья. То есть тут есть, видите, место, в котором можно даже в лайте застрять. Кусочки болота. Вот вам и все. Луаз уже на старте. Вот это аппарат, да? А что, Руслан, не знакомый аппарат или что? Серьезный очень. Где-то я его видел, не помню где только. Так, куда-то мы решили поехать по лайту. Ну, интересное решение. Вот вам и лайт, смотрите, там FJ так провалился задним левым колесом. Или всей левой стороной, в общем. Лебедили его, он УАЗом вынимали. А ну мы проедем или... Ну тут вроде по суше. А та сторона такая, надо... Победили в лайте! Так, тут стартанули. А ну УАЗ... УАЗ проехал, это круто вообще. Там, где FJ сидел. Вот так вот. И по сумме двух заездов он выиграл в любом случае. УАЗ? Конечно. Стой. Нива уже сидит по-прежнему. Шевроле Нива. Посмотрите, какая борьба на финише. УАЗ идет на равных просто. Да. Да. Ну, это... Давай. Это круто вообще. Вова, налево, ты хотел в оффроуд. Здесь все нормально, здесь можно ехать. Проедем, думаешь? Вова, давай! Вова, давай! Так, Нива против Витары. Это классика жанра. Нива проехала. А вот цепанул, да? Ну, чуть-чуть что-то выбило там, ну, немножко, немножко не новое. Вот так, друзья, смотрите, Нива. Ну, там, видно, трассы неравнозначные, потому что Луаз по этой полосе шел и тоже там вырвался. Но, тем не менее, приятно. Так, Ниву все-таки назад вытаскивают, ну, там совсем жестко. Да, уровень внедорожника вот в таком проверять и не утопишь.
И все понятно, что он может, что он не может. Второй заезд Нива против Витары. Нивы фальстарт небольшой, но тут не сыграет такую роль, я думаю, эти доли секунды. Опять в этом же месте. Витарка оторвалась. Нива рядом. Ну, лайт это не так интересно. Хотя так тоже посмотреть на стандартные автомобили. Тут почти тоже два стандартных. Так, УАЗ. Все в этом месте что-то выбивают. Да, нормально. Но мы пытаемся вернуться по трассе. Ну, тут не раскатано, я думаю, мы проедем, несмотря на наш огромный вес. Сейчас попробуем достать эту Ниву Шевроле. Так, появились тут еще участники серьезные, судя по машине. Или они были, мы их не застали. Так, еду лежа, потому что сидя... Вова, блин! Вова! Укачивай! Да-да, я еще живой! Ёханый бабай! Осторожно! Так, вот такой путь в лагерь непростой. На крыше этого дракона. В общем, первая часть мероприятия завершилась. Подписывайтесь, делитесь. Там будет, я думаю, во второй половине дня интересные моменты. Потом, может, и произвольная программа. В общем, всем пока. Плюх туди. И так хоп, и народ так, ну ты ж лез специально. Так что-то не лезут. Что-то не хватает, проехать, да? Не получилось. А ты лез, чтобы тебя вытянули. Стой, собака. Босс! Босс! Босс, ты шо? Не включай! Компот! Что там? Ступеньку скинул. А то после этого компота ничего не будет смыть? Ничего страшного! Я компот только у... Так, человек готовится к оффроуду. Слышь, он как ласточку делает, да, вроде, или что? Как это называется? Это называется замена масла под Defender'ом. А, это он масло меняет? Да, масло меняет. И что? Зачем ты вот это издеваешься? Да я не издеваюсь. Ты довел человека, до чего? Так это он чая напился просто. До суицида. До суицида. Ты еще потом выложи это в YouTube. Он уже в YouTube. Зачем? За Винчудом.